скользко. Здесь очень-очень скользко. Маша. Маша, я сейчас упаду. Где-то. Тут. Дома. Да. Ты упадешь? Что делаешь? Маша, ты тут? Машенька? Где? Где там? Я сама иду. Потому что... Класса. Ну тут люди рядом ходят. Блин, ну капец, как скользко. Это капец. Там вообще такая, короче, горка немножко, я по ней так скатилась. Короче, да я вот чуть не упала только что. Тут горки. И если я даже если стою на месте, я просто еду. Это не смешно. Это очень-очень плохо. Очень-очень скользко. Я хочу в Киеве гулять. Ну так давай, приезжай. Ребята, никто не хочет приехать к Гулливеру и помочь мне дойти домой. Ёбнусь по дороге, это 100%. Я заплачу. Серьезно. Я, блин, не дойду просто живой. Боже. Четко выше. Все. Все, наверное, сидят и ждут, пока я упаду. Он-то здесь. И, ребята, мы все равно училище сходим. Так давай уговаривай и оставайся у меня на ночь. Чтобы типа поздно ночью не ехать за тобой. Оставайся у меня на ночь. Завтра мы приедем. Тут написал. Какое-то новое сообщение, я не буду читать. Училище сходим. Давай. Только я не уходи. Снеговика сделаю. Короче, иду. Тут более-менее не скользко, поэтому я иду быстро. Как-то дойти домой, надо всем быть дома. Потому что мама
уходит опять. Короче, жесть. Сколько вы сегодня потратили? Барбари, мы потратили 830 на еду и на колено 400 вроде бы. Или 200. Что-то такое. Мы скинулись там. Еще. Короче, когда Барбар пришел Семен, мне сейчас выключит телефон, поэтому я говорю быстро. То он пришел еще заказал салат. А мы уже собирались ходить под них. Мы ему быстро принесли, и мы уже ушли. Сколько? Я не помню, по 200 или что-то. Маша еще деньги забыла дома. И Семен еще 200 платил. Хотя он выпил колу, съел салат и немножко хлеб покурил. Ну, он же пришел прям под конец, когда мы уже уходили. Вот. У меня 5%, уже 2. Поэтому сразу прощаюсь, потому что у меня сейчас выключится телефон. А еще, короче, бублик кину машинный фон в снег. Это в трансляции там предыдущий видно. Вот. Потому что нету людей. Потому что. Не, хотя это плохо, потому что я не смогу ни от кого опереться, когда я буду падать. Но это хорошо, потому что я могу вести трансляцию.